Ах ты, херов призрак. 3 сраных года я пытался тебя найти. Это пожизненное, Том. Или даже стул. Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал. Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Солери? Книги Дона, которые украл Фрэнк. У меня. С ними можно навсегда упечь Сальери за решетку. Если мы договоримся. Моя семья в обмен на Дона. Узнаешь кого-нибудь? Присмотрись. Старик – это Дон Пепоне, а двое парней – Морелло и Сальери. Да. Теперь узнаю. Год, наверное, 20-й. Апрель. Свадьба Морелло. Сальери был на ней шафером. Совсем еще мальчишки. Да, и уже бойцы в клане Пепоне. Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия. Я и не знал, что они дружили. Боже мой, Томми. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В 22-м Пепоне утонул в озере. Чтобы дела и дальше шли гладко, Сальери и Морелло поделили город. Да, это я слышал. И что? Они же друзья и могли бы сохранять баланс. Но ни хрена подобного. Морелло погиб. Сальери был вполне счастлив, считая, что город теперь наш. А я был рад, что войне конец. Но потом я задумался. Какой толк от всех бабок Морелло, если они не спасли вот простого парня вроде меня? Вчерашнего таксиста. Все, что он в конце выиграл, здоровенную мишень на свой сраный лоб. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало и тоже увидел мишень. Прямо вот здесь. И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелло. Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целящихся мне в лоб. Дело в том, что ты не думаешь об этом на улицах, когда бьешься за свою жизнь. Парень, который дерется вместе с тобой, твой брат. Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами ты не можешь уснуть и думаешь, о чем твой брат шептался с Доном в баре. И достаточно ли он жаден, чтобы при случае предать тебя? Все путем? Да, босс. Никаких проблем. Здесь все, что есть? Конверт более худоват. Я доложил в свой. Это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. Я один из них решил искупаться. Доплыл до середины. И понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень – отличный пловец.
Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко, и струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поли твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбуле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Ха, смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поли и Сэм вместе. Мне навестить его? Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Винни есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Винни за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Если это все правда, мы сможем договориться. С одобрения Дона, конечно. Все так, качество отменное. Нашим клиентам нужен высший сорт. Город принадлежит нам, так что они будут получать самое лучшее. Я припасла тебе бутылочку колы. Как закончишь сегодня? Ты бы видел это место прошлым вечером. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в Форт Стэнмори. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня задолбал этот политикан, Томми! Это же наш город! Влепи ему промеж глаз. Как будешь в тюрьме, поднимайся на смотровую башню. Последний этаж заперт, но у тебя будет ключ. Политики крутят яйца нам. А мы в ответ крутим им. Пора преподать Lost Heaven урок.
Не знаю, на чей порог ты сегодня придешь, Том, но удачи тебе. Только удачи. Я и не знаю, что с ними делать. Босс хочет, чтобы я нашел себе жилье. Зачем? Я же чиню тачки. Когда не могу заснуть? Друг, иди сюда. Ты от Тони? Да. Твой друг сказал, ты ищешь смотровую башню. Я пометил путь туда этим знаком. Туда ведет одна дорога, через канализацию. А оттуда все время наверх. Не видели мою крысу? Джокер, тот... Нет, ты точно не один. Предупреждаю, тебе видно. Здесь не рад. Ugh!
не оставите нас в покое! Это наш дом. Когда вы уже наконец это поймете? Это ты, коп? Тут заперто. Ты не войдешь. Шухер, кто-то идет. Брага! Самогон! Ну и гадость! Какую херню туда намешали? Где смотровая башня? Через главный блок и вверх. Обычно ворота заперты, чтобы федералы не вошли. Спасибо. Берегись, незнакомец. Мы сами себя защищаем. Большего. Что ты сделаешь? Мне плохо. Боже.
пошла удача. Ты приносишь неприятности. А где башня? Ты ее найдешь, как и всегда. Ты уже мертв, правда же?
просто мне было очень надо. У нас будет еще. Не волнуйся. Точно говорю. Долго я был в отключке. Прибытие скорой! Thank you.
Убийца я! Гады! Мы все равно вернемся! Thank you.
исчез. Продолжайте поиски. Thank you.
Слышал об этом Тёрнбуле? Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен идти. Том, не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать.